Мэр Магадана Юрий Гришан, представители Министерства здравоохранения и главный внештатный инфекционист региона Елена Кузьменко встретились с администрацией города побратима Шаун Яшаня и экспертами в области борьбы с COVID-19 по видеоконференции. Главной целью удаленной связи с Китаем стал обмен опытом борьбы с коронавирусной инфекцией. Со стороны страны Поднебесной предложили интенсивно информировать население об угрозе эпидемии, проводить профилактические мероприятия на протяжении всего периода распространения инфекции и прилагать максимальные усилия при лечении каждого заболевшего человека. Сейчас накоплен опыт и вышли с предложением руководства города Шаньюшань с тем, чтобы сегодня обменяться опытом. По словам Юрия Гришана, отсутствие масок у представителей Шаньюшаня говорит о победе в борьбе со смертельным вирусом. В отличие от Китая, статистика Магадана говорит об обратном. Как утверждают специалисты, ежедневно на территории колымской столицы выявляют около 50 человек, заболевших коронавирусом. Для населения в 100 тысяч человек это большая цифра, отметил глава областного центра. По его словам, опыт Китая оказался полезным, поэтому контакты с городом-побратимом в дистанционном режиме будут повторять.